Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. На это иудеи отвечали и сказали ему: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне беса нет. Но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть идущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек. Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он – Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю слово Его».
Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя». Но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно.